Здравствуйте. Сегодня в районе часу ночи, на 183-м километре автодороги Р-246 Бузулук-Бугуруслан, 69-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110, двигаясь со стороны Бугуруслана в направлении Бузулука, в полутора километрах от села Твердилово, не справился с управлением и допустил столкновение со стоящим на обочине трактором К-701. Трактор стоял в попутном направлении. По кадрам видно, что легковой автомобиль практически полностью залетел под его переднюю часть. В результате столкновения, водитель десятки и его 33-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия. Прибывшие на место происшествия медики лишь только констатировали их смерть. Причины столкновения выясняются. Собраны все необходимые материалы для дальнейшей проверки. По ее окончанию будет принято процессуальное решение. За прошедшие сутки, 3 февраля 2021 года, по официальным данным ГИБДД России, на автодорогах общего пользования зарегистрировано 219 случаев ДТП. В них погибло 22 человека. Различные травмы получили 246 человек, 28 из них – дети. Подписывайтесь на канал и будьте внимательны на дорогах. Соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения. Берегите себя, всем удачи и добра!